Так, ну что, хочу раз привет всем. Обстановка в Питере спокойная. Спокойная. Вот у меня сын ездил на выходные в Карелию. Вот, классно там отдохнули. Вот, с друзьями. Что, у меня, кстати, новый маникюр, смотрите. Вот. Заказала я продукты из Ленты. Я, наверное, сделаю скан и вам вот в этом видео просто покажу, какие цены в Ленте на продукты. Ну, то есть у меня без мяса. Мясо я вам показывала, мясо не ем сейчас. Вы это знаете. Вот поэтому без мяса, без там, молока, без всего, только чисто там. Такое постное, что я ем. Кстати, еще покажу вам в этом же видео, какие я покупаю сейчас постные пирожки с лимоном, с яблоками, с картошкой и с капустой. И самые вкусные, ребята, с лимоном. И стоят они всего 25 рублей. Представляете, 25 рублей. Копейки, можно сказать, они стоят. Вот, поэтому... Что-то ребятки со мной поздоровались, пошли. Молодежь. Ух, молодежь. Вот это самое. Просто это вообще. А значит, с яблоком и с лимоном стоит по 25 рублей. А с картошкой и с капустой стоит 4 рубля всего лишь. 30. Поэтому так интересно. Вот что так такие копейки стоят. Вот, я на эти пирожки потела. Ну, я вам честно скажу, они настоящие постные, поэтому они пролетают даже и не замечаешь. Ой, господи. Какие-то личности ходят странные. Что ж такое-то, не дают пообщаться. Возмутило и вообще привело в шоковое состояние. Значит, новые фейки. Под Бучей мы там, ой, боже, там у Самвела мать орала, мы как ненормальные, Татьяна Васильевна-то. Вот, насмотри, вот слушайте, они не зомби, все одно и то же повторяют. Вот им показали, что вот убили там, изнасиловали наши, да, конечно. Я говорю, в общем, короче, с головы. С ног на голову все переворачивают, раз. Во-вторых, свои преступления приписывают нам. То есть, я так понимаю, что там это сумасшедшая тероборона, которые выдали оружие. Они там бегают, и что, и там собак убивают, и лошадей убивают. И, в общем, называют российским войском. Да-да-да, конечно. Ой, в общем, все сумасшедшие. Ребятки, вы посмотрите, у меня сын привез, сказал, мама, кушайте. Привез нам шашлычки. Посмотрите, какая прелесть в лаваше. Говорит, мам, кушайте. Ребята, как же кушать-то мне нельзя? Говорит, мама, кушай. Шашлычки вот приехали с Карелии, они я вставлю. Смотрите, какая прелесть. А мне нельзя, у меня пост. Сейчас, посмотрите. Я сейчас выложу на тарелочку красиво, вам покажу. Это что-то, прям на шампурах. Вот так вот в лаваше. Ой, вот, ребята, я вам поближе покажу. Посмотрите, какое мяско. Ой, съем кусочек. Смотрите. Короче, вот так. Приезжайте, ребята, в Карелию. Шикарный отель, прямо на берегу озера. Вот такая прелесть. Девочки, посмотрите, сегодня какая погода. Опять идет снег мокрый. Вообще, ужас. Надоело, сплошной снег. Посмотрите, что творится. Вон, видите, флаг развивается, какой ветер сильный.
Так-то на улице плюс, но ветер сильный. В общем, мерзкая погода. Так, что я вам хотела сказать. Вот я покупаю постные пирожки, девочки. Вот посмотрите, вот их 9 штучек. К сожалению, с лимоном не было. Вообще с лимоном дешевые. Значит, 9 штучек получается на 303 рубля или на $3,5. $3,5, 9 штук. Девочки, посмотрите, вообще шикарные пирожки. Смотрите, какие пирожки офигенные. Просто шикардосные. Это у меня с яблоками, это у меня с картошкой и вот это у меня с капустой. Я говорю, с лимоном расхватывают сразу. Она сказала, по 5 штук беру. Ну, естественно, это по одному пирожку на день. Но вы знаете, они настолько легкие. Там, я так понимаю, в тесте есть только... Ну, в тесте есть только что в тесте есть? Вода, мука и, возможно, дрожжи. Все, здесь ни молоко, ни масло, ничего не добавляется. Так что вот такие дела. Слушайте, я тут посмотрела у Самвела Татьяну Ивановну, и я... Татьяну Васильевну, господи, Татьяну Васильевну. Я, знаете, хочу вам сказать, что вся Украина мне сейчас напоминает Татьяну Васильевну. Вот все как под... на нас говорят, что мы зомби, но все как под копирку говорят одно и то же. Сначала все говорили, что у нас... очень много потерь. Значит, все... сначала говорили, выходите, значит, на площади, протестуйте. Потом, значит, все как один, значит, это значит, сменилась линия партии, начали говорить, что у вас очень много потерь. А свои-то потери посчитали? Не надо наши считать потери. Вот, значит, это самое. Потом, значит, сказали, что очень много этих, как его, что теперь, потом говорили, что мы все наши мародерничают, и, наверное, в обозе по всей Украине таскают за собой ваше добро, ваши грязные холодильники и ваши дырявые ковры. Потом, значит, убивают собак. Я, кстати, посмотрела, вот там где-то после нашей армии зашла Нацгвардия Украины и снимала ни одной убитой собаки. Еще и бегали собачки там. Женщина там давала интервью. Ну, и на интервью разговаривала со своими, так сказать, украинскими вояками. И, значит, там бегали собачки. Ни одной убитой собаки. Вот. Теперь, значит, оказывается, наши ребята насилуют женщин, убивают и так далее. Слушайте, вам не надоело самим одно и то же? Одно и то же. Вы как под копирку. Вы просто зомби. Хватит уже лить грязь на нашу армию. На свою посмотрите. На свои нацбаты посмотрите, что они творят. Ой, боже мой, какие вы настоящие. Вот вы настоящие зомби. Украинские зомби. И вы все похожи на Татьяну Васильевну. Все как один. Вот кто хочет на себя посмотреть со стороны, когда они ругаются матом, как... все ругаются матом, все орут, все это самое, типа возмущены. Вот Татьяна Васильевна, это сейчас полное воспроизведение Украины. Украины. Так что всем пока-пока. Будьте счастливы, здоровы. И сидите на посту. Кстати, вот покажу, что у меня, посмотрите, чистые руки. Абсолютно. Кстати, у меня и маникюрчик. Новый, чистые руки. Вот, так что будьте все счастливы. Вот такие дела. И да будет мир. Ребятки, покажу вам сегодня, я обещала цены на те заказы, которые я сделала из ленты. Вот. Будет в конце эти цены.